Всем привет. Вы любите читать? Посидеть вечером за кружечкой горячего чая любимой книгой? В такие моменты воображение разыгрывается настолько сильно, что мы чувствуем себя практически главным героем сюжета. Волнуемся, радуемся, сопереживаем, вдохновляемся. Наверняка вам знаком этот увлекательный процесс. Именно поэтому следующая рубрика специально для вас. У меня здесь есть небольшие карточки, смотрите, с именами разных известных писателей, поэтов. Я думаю, вы такие знаете, да? Некрасов, Маршак, Кольцов, Тютчев. Никого не знаю. Крылов, Никитин, я думаю, знаете, Толстого вы точно должны знать. Итак, смотрите, я немножко перетасую эти карточки, чтобы все было честно. И попрошу вас указать пальцем на любую карточку. Вот эту, возьмите ее, пожалуйста. Покажите в камеру, я не буду смотреть, что это за карточка, что на ней написано. И держите у себя, хорошо? Итак, я постараюсь сейчас ваши мысли как-то изобразить, как художники изображали свои мысли на бумаге, переносили на нее. Ну, подержите, пожалуйста. Также я постараюсь сделать это с помощью бумаги и ножниц. Чтобы долго не затягивать, расскажу анекдот небольшой. Едут, значит, два машиниста в поезде. Один другому. Ты, говорит, Анну Каренину знаешь? Говорит, нет, а что? Да ничего, говорит, проехали. Приехали. А, помните, да, человека, которого вы... Да, конечно. Задумали. Давайте сейчас посмотрим, что у меня получилось. Медленно буду открывать свое оригами, свой, скажем так, снежок, снежинку. И это у нас на кого похоже? Буря мглою небо кроет, вихри снежные грузя. Да? Пожалуйста, это вам на память. Спасибо большое за внимание. Всего доброго. До свидания. Какие книжки любите читать? У меня с собой ужастик. Ужастик? Ага, понятненько. А, значит, смотри, у меня вот книжка тут небольшая есть. А, ну, сперва скажи, мы можем доверять твоей подруге и вручить ей вот эту штуку? Да. Да? Возьми ее, пожалуйста. Жалко. Держи на протяжении всего номера, а ты подержи, пожалуйста, планшет, хорошо? Так, смотри, у меня в руках самая обыкновенная книга. Я покажу тебе то, что все страницы в ней абсолютно разные, видно? Да. Угу. Я буду пролистывать игральные карты и книжку, а твоя задача сказать стоп в любой момент, хорошо? Ага. Давай, поехали. Стоп. Стоп, вот здесь. Итак, смотри, я сейчас аккуратно отогну уголок, и твоя задача подсмотреть номер страницы. Посмотрела? Да. И последнее слово первой строки. Ага. Подглядела, да? Итак, возьми, пожалуйста, книгу. Она будет лежать у тебя. Давай, планшетик у тебя заберу, книжку отдам тебе. Будет удивительно, если я сейчас угадаю номер страницы и слово, которое ты только что задумала. Будет прикольно, да? Смотри. 1, 2, 3, 4, 5. Спасибо. Угу. 1, 2, 3, 4. Все, дальше можно не идти. А, назови, пожалуйста, громко вслух номер страницы, которую ты задумала. 353. 353. Что? Оно? Ладно. Давай дальше. Смотри, еще есть слово. Весь алфавит я тебе перечислять не буду, это очень долго. Посмотри просто на меня, подумай об этом слове. Угу. У тебя дергнулась верхняя губа, и значит это слово какое? Ребята. Да. Ребята. Ладно, стоп. Хочешь, я тебе сейчас скажу одну такую прикольную новость? Ты не могла видеть страницу 353 по одной простой причине. Открой, пожалуйста, книжку на этой странице, я подержу твои цветочки. В смысле, я не могла ее видеть? Страница 353, открой ее, пожалуйста. Сейчас. Я не могла ее видеть, я же ее видела. 351. Я же ее видела. Открывай, 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 да, вот здесь она должна... А это смысл?
Смотри, этой страницы вообще здесь никогда, представляешь, не было. Открой, открой вот эту вот штуку, которую я тебе дал изначально. Посмотри, что там. Доставай двумя пальчиками то, что там находится. Какая это страница, посмотри. А это в смысле? 353 слова, ребята. И знаешь, что самое интересное? Держи. Давай мне страничку. Держи остальное. Это сейчас окажется, что ли? Нет, самое интересное, смотри, что эта страница к этой книге подходит просто идеально. Смотри, она именно отсюда. Как? Сломал девочка мозг. Понравилось? Да. Отличного вечера, друзья. До встречи.